Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – духовне життя і як на нього налаштуватись. Саме про це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем – ієреєм Максимом Меркуловим, священником Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці. Отець Максим, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рады приветствовать вас в нашей студии, отец Максим. И тема нашей сегодняшней беседы – духовное жизнь и как на нее настроиться, и вообще нужно ли на нее настраиваться. По православному календарю в воскресенье Святая Православная Церковь совершает память святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Это святитель, который много потрудился на ниве духовной и стяжал особую благодать молиться за нас. Будьте добры, отец Максим, чем дорог нам этот святой? Здравствуйте, братья и сестры. В первую очередь хочется сказать, что если смотреть святцы или церковный календарь, то мы видим даты, которые обозначают дни памяти одного или либо другого святого. Если брать дату, то вот эта дата – это тот день, который обозначается день смерти этого святого. Почему так? Потому что для христианина смерти не существует. И день его кончины – это обозначает день его как бы, начала жизни, новой жизни. Поэтому вот в воскресенье как раз мы празднуем день смерти святителя Иоанна Шанхайского, великого подвижника, великого чудотворца, который был уроженцем нашей земли. Но Господь ему уготовил такой путь, такой крест – далеки от родины, где он должен был там проповедовать, просвещать и светить, как звездочка своей жизнью, приводя всех ко Христу. Это действительно великий святой, о котором говорили многие люди по-разному. Многие его любили, многие его уважали, многие его презирали, но житие его тоже очень интересно. Родился он в Харьковской губернии, 4 июня 1896 года, в семье благочестивых христиан. Род его, Максимовичи, это род, который прославлен одним из великих тоже святых, святителя Иоанн Максимович, епископ Тамбовский, Тобольский, чьи мощи его тоже там в Тобольске почивают. И вот в честь этого же святого родственника он был, Иоанн Шанхайский, уже назван тоже Иоанном. Но в крещении он был назван Михаилом, в честь архистратига Божьего Михаила. И что интересно, вот пример, как он сам, святитель Иоанн Шанхайский, рассказывал, что пример его родителей подвиг как раз к той, вот такой вот жизни, которая вызвала у него особую любовь к Богу, к церкви. Он не говорил о себе, конечно, что он подвижник, святой. Он всегда считал себя первым из грешников. И даже, чтобы скрыть эту святость, он иногда юродствовал. Принимал такой подвиг юродства, как бы делая такие иногда поступки, которые вызывали либо смех, либо надругание над ним. И вот один из таких вот поступков, то, что он в большинстве случаев, практически часто, он ходил босиком по улицам. И один из... И летом, и зимой ходил босиком? И летом, и зимой, да. Вот такой он нес подвиг, и как бы под этим подвигом скрывал свою святость. Вроде посмотрит человек образованный, как он думает о себе. Ну, пришел ко мне какой-то, или мимо проходит человек в грязной, стертой рясе, босиком, священник. Кто это такой? Его и презирали. То есть под этим, вот как вроде бы таким вот насмением, он скрывал свою святость. На самом деле проходит это великий святой, потому что были такие случаи, вот по вере, когда вот он проходил по дорогам Парижа, потому что он проповедовал в Париже, то родители, где проходили его стопки, больных людей, детей своих ложили, получали исцеление. То есть насколько вот была у него великая святость. И один из католических святых, из католических священников, который сказал своей молодежи, тоже жившей в Париже,
Говорит, вот не нужно доказывать, вы там говорите, спорите о святости, есть ли святость в нашей жизни. Да посмотрите, по улицам Парижа ходит живой святой, Иоанн Босой называли его. То есть настолько его слава была велика. Но чтобы достигнуть такой славы, конечно же, обозначение его жизни с детства, то, что он никогда не любил таких шумных игр. Он всегда отличался тихостью, какой-то скромностью. Иногда даже смеялись над ним его ровесники, говоря, что называя его монахом. Конечно же, он любил больше всего читать, особенно он любил читать житие святых. И даже уже когда был епископом в возрасте, то он всегда с собой носил житие святых, носил с собой Библию, то есть непрестанно проводил жизнь в молитве. Вот эта вот духовная жизнь, огромная религиозная духовная жизнь, которую он получил благодаря жизни такой же самой религиозной своих родителей, что очень важно. Потому что когда мы стараемся воспитывать своих детей, ведь воспитание – это самое сложное, в принципе, что мы должны совершить в жизни. Воспитать достойно, правильно своих детей. Но когда это воспитание духовное, и когда это воспитание собственным примером, то это, конечно, похвально и вызывает, говорит о том, что действительно родители – это подвижники. И вот это было присуще его семье. То есть они сами так жили и своего сына воспитывали так же, подавая пример. И, конечно же, он обучался и в школе, обучался и в гимназии, в дальнейшем и семинарии, академия, получал богословское образование, благодаря которому он учился и молитве на опыте святых отцов, на опыте жития святых он учился, как нужно жить в этой жизни. И что еще очень важно хочется сказать, что это святой нашего времени, это современный святой, который умер в 1966 году, умер после совершения божественной литургии, после причащения святых христовых тайн. Он знал об своей смерти, умер тихо, спокойно, причастившись перед своей любимой иконой Божьей Матери, Курско-Коренной. Он предал дух Богу. И, конечно же, Церковь прославляет его как нашего земляка, который потрудился вот в Западной Европе, в Шанхае, в Китае, вот в Филиппинах, дойдя до Парижа. И, конечно же, венец его трудов, как он тоже об этом писал и хотел видеть, это построение храма, пятикупольного огромного храма в Сан-Франциске в честь иконы Божьей Матери, все скорбящих радости. Это в этом соборе его и отпевали. И, конечно же, в этом соборе и было его прославление. Великий святой, чудотворец, поражайся его жизни. И, конечно же, видишь, что насколько велика эта вот религиозная и духовная жизнь, как она нужна не только там, святым подвижникам, но и всем нам, потому что мы все призваны к духовной жизни, призваны к святости. Об этом говорит и Евангелие, об этом говорит и Церковь через святых. То есть мы все призваны жить духовно, поэтому у каждого человека должна быть своя духовная жизнь, где он должен в определенные моменты уединяться, чтобы мысли, чувства его утихали, чтобы он предавался молитве. Вот читаешь тот момент, когда описывается молитва святителя Иоанна Шанхайского, как он молился. Он молился вроде бы со стороны так, ну, непонятно, настолько вникал в молитву, может быть, это тоже было промыслительно, чтобы научить и нас молиться. То есть настолько он живо общался с Господом во время литургии в молитве, с Богородицей, с ангелами, что такое ощущение было, как говорили современники его, что как будто бы он молится вот с Господом лицом к лицу. Настолько вот его молитва была велика. Каждый день он служил божественную литургию. И что обозначает его еще подвижничество и святость? То, что после принятия монашеского пострига он никогда не спал лежа на кровати. Всегда он спал сидя на своем кресле. Вот сколько лет он подвязался, всегда он спал сидя. Где бы он ни проповедовал вот этих странах, о которых я говорил, всегда он из-за своей любви к детям
создавал такие приюты, где он собирал разных детей, брошенных, пропащих, да иногда даже в Китае описано, что он выкупал за бутылку там, это, китайской какой-то водки, чтобы этого ребенка, чтобы он не пропал у этих вот пьяниц родителей, а вот был в приюте, утешал, таким образом он спас очень большое количество людей, которые сегодня уже в преклонном возрасте свидетельствуют об вот этом вот труде, подвиге этого великого святого, которого они видели вживую, которого они знали, которому сегодня молятся. Такой вот чудесный, великий святой, который показал пример монашества, пример святости, к которой, еще раз повторюсь, мы все призваны. Но у каждого свой путь, каждый должен идти своим путем, трудясь по силе и мере возможности, по силе вере, возможности своей веры. Отец Максим, вот вы сказали, у каждого свой путь, и каждый идет своим путем. Святитель Иоанн Шанхайский, у него был сложный путь и в какой-то мере скорбный путь, потому что он жил и в Китае, как вы сейчас упомянули, и на Филиппинах, где вообще в то время нищета была совершенно лютая, но и там жили люди. И даже в такой страшной нищете и в такой разрухе он нес свет Христовой веры. То есть он обладал определенным мужеством, которому и мы можем учиться, дорогие телезрители, потому что трусам сложно жить в этой жизни, нужно быть мужественным человеком, но не безрассудным. Отец Максим, вы понимаете, вот у каждого свой путь, а как же этот путь определить? Потому что жизнь такая, она шумная, суетливая, что можно забыть самое главное. Ну да. Но, в суете. Смотрите, когда мы присутствуем на божественной литургии, либо на вечернем богослужении, чаще всего в таких как тенях или прошениях священник или диакон повторяет такую молитву, что «сами себе и друг друга, и весь живот наш, то есть всю нашу жизнь, Господу предадим». То есть человек, который предает всю свою жизнь Богу, молится и старается бороться с своими страстями, он видит этот свой путь. То есть Господь ему открывает. Почему так? Потому что иногда мы хотим жить по своей воле. Вот Господь сделал так, вот, допустим, что сегодня я планировал одно, а получилось по-другому. Мы обижаемся, раздражаемся, гневаемся. А христианин, вот если там брать пример святителя Иоанна Шанхайского, он бы сделал по-другому. Он смирился и сказал, значит, этот день прошел так, как Богу угодно и мне полезно. Значит, так нужно было мне этот день прожить, а не так, как я хотел в этот день прожить. То есть построил себе планы. Кстати, вот когда мы были на Афоне, вот нам тоже сказал наш гид, что вот Матерь Божья особо управляет присутствием на Афоне. То есть мы можем планировать одно, посетить те монастыри, побывать там на богослужении, но будет все по-другому. Действительно, вот удивляешься, что было не так, как мы планируем. То есть так, как да, Божья Матерь управляет. Вот насколько вот, если это смиряйся пред этим, если это принимаешь всем сердцем, с верою, то все тогда по-другому, и смотришь на жизнь по-другому, и становится легче в трудных моментах. Но когда мы противимся этому, когда мы, нет, я хочу так, как бы, по-моему, что было, вот тогда Господь еще по-другому ведет человека. Тогда может еще быть скорби какие-то, или неприятности, или какие-то там вот, опять же, для вразумления, что все-таки нужно жить так, как ведет тебя Господь, потому что это путь правильный. Случилась беда, горе, скорбно, тяжело, но утешение ищи у Бога, значит, это так Господь управил, значит, так нужно. Вот если немножко так отойти на минутку от темы, то вот я знаю священника в Роменской епархии, который пережил, ну, наверное, невыносимое горе, у которого значит, было 4 дочери, но двое из них сгорело. Две маленькие в доме, пока вместе они поехали там, в магазин, там немножко отлучились. Конечно же, он описывает это все, он описал это все в православном журнале «Отрок», вот это, как он это все переживал. Это священник-миссионер, который трудится с молодежью, и вот он набрался сил и описал это все. Он говорит, что сначала, конечно, было уныние,
это было ропот на Бога. Почему это произошло? Но потом, когда он понял, что значит такой путь, он смирился, с матушкой поговорил, они немножко успокоились, и сегодня их жизнь другая. То есть немножко по-другому они посмотрели на жизнь. Да, у них осталось двое дочерей, родили они еще одну маленькую. Вот как бы через веру они все это горе приняли, через призму веры, вот такой, надежды на Бога. Опять же, они предались Богу, всю свою жизнь отдали Богу, и Господь утешил их. То есть, как бы, конечно, скорбно, да, дети потерялись, но они знают, что бессмертие души у каждого из нас есть. То есть это молитвенники, детки, которые пошли к Богу, чтобы молиться за весь их род. И он говорит, сегодня мы должны жить особо. Вот он говорит своим детям и матушке, мы должны так жить, чтобы после смерти встретиться с нашими Василисой и Софийкой. Вот так вот, насколько вот пример это нашего вот священника, который сегодня живет вот на Ровнищине, трудится. Поэтому вот... Отец Максим, ну, дело в том, чтобы даже стяжать такую глубину смирения, для этого тоже нужно мужество, вот о котором мы мужество, сейчас да. говорим, и которым обладал и святитель Иоанн Шанхайский, и вот этот батюшка, отец Василий, это нужно иметь мужество, которое тоже человек сам по себе его не приобретет. Так же, как и смирение. Не приобретет, ничего сам не приобретет. Сам, даже гвоздь. Вот гвоздь берем, забиваем, и вдруг хрясь по пальцу молотком. Самонадеянность. Потому что, да, что сейчас я этот гвоздь шикарно забью. А получается, то есть без воли Божьей ничего не происходит. Даже мелочь. У Бога, говорят святые отцы, нет мелочей. Нет, да. У Бога даже, да. Вес крыла мухи имеет... как бы свою массу. Смотрите, вот как жили святые, вот, или пример святителя на Шанхайского. Опять же, понимали они, что их вера, она неотъемлемая часть веры, это мужество. Потому что невозможно быть верующим, если ты не будешь и мужественным. Потому что вера требует труда духовного, подвига. А как может быть подвиг без мужества? То есть ты должен заставить себя. Даже вот пример, что святитель служил каждый день божественной литургии. К литургии нужно подготовиться, к литургии нужно настроиться. Потом, как можно спать всю жизнь или большую часть своей жизни, сидя на кресле? И многие свидетельствуют, что практически он мало и спал. То есть он в основном трудился. Это, ну, святые – это такое особое явление, которому поражаюсь, вот как вообще, где этот человек берет такие силы, а где? Вот божественной литургии он служит. Вспомним жизнь Иоанна Кронштадтского, который тоже в течение 50 лет служил божественной литургии каждый день и причащался. И он говорит, если я не причащаюсь, я не живу. Конечно же, эти слова может понять только верующий человек, потому что много можно поспорить над этими словами. Человек скажет, а что такое причастие? Зачем оно надо, один говорит, а другой соглашается с этим, говорит, что действительно силы черпаем мы через благодать, когда мы соединяемся с Христом через причастие. Или там вот благодать – это та божественная энергия или сила, которая дает нам эти силы, это мужество, эту веру укрепляет. Вот этим живет христианин, этим жил и святой. Этим жили и многие святые, и подвижники, и святые горы Афон, вот поражаясь, как монахи могут всю ночь молиться и днем еще трудиться. Вот это мы лично увидели. А когда же они спят, отец Максим? Все равно есть у них время, конечно. Человеческие силы же они... Да, но все равно, когда ты всю ночь молишься, если там ты там и днем еще трудишься, есть время там где-то там перекунять или поспать, но это все равно, это ненормально, вроде скажет один. Как это ночью? Ночью нужно спать, да, но для того, чтобы спать. А вот они считают, что оно для того, чтобы молиться. Потому что когда ночью затихает вся суета, многие предаются сну, тогда легче молиться. Тогда монахи вымаливают и мир, и свои души. Вот это мы ощутили, это мы видели на Афоне. Слава Богу, Господь сподобил. Ты видишь, как вот действительно, какие есть подвижники. Это не просто ты прочитал с книжки «Жития святых», или это ты реально увидел. Вот как бы пример из собственной такой
практики. Ну, может быть, отец Максим и мир существует до сих пор, потому что молятся монахи. Монахи – это особые люди, недаром иноки, иные. Да. Иные, совершенно иные люди, которых трудно понять, но которые, слава Богу, есть отец Максим. Ну, конечно, есть. Вот еще, кстати, монах и святой тоже означает святой, как бы иной. Это святой не тот человек, который не имеет греха, который там ходит творить чудеса, потому что у нас это неправильное понятие, слово святой. Святой – это иной тоже, как вот и монах обозначает слово иной, то есть другой, не такой, как вот все, ну, в каком смысле, что не такой, как тебе говорит, как тебе говорит жить мир. Вот, возьми удовольствие из мира все. Нет, я буду жить по-другому, потому что меня Христос учит по-другому жить. И он иной, он другой, он отдельный. Поэтому над ними смеялись, над ними издевались. Многие, конечно, уважали, зная и чувствуя эту благодать. Один тоже в то время студент описывал, как он пришел к святителю Иоанну Шанхайскому. Говорит, мы всю ночь проговорили. И такое ощущение, что вот неохота уходить. Неохота уходить, потому что ты чувствуешь, что это насколько родной человек, хотя он не был ему родным. Просто вот один раз увидел в жизни и пообщали всю ночь на духовные темы. И он вот эту благодать почувствовал. А другой смеется, говорит, а что ты сам из себя... Что ты показываешь, что ты босиком ходишь, что ты грязный. То есть и такое было. Его путь очень, очень тяжелый, поэтому святой – это иной, отдельный, отдаленный от других, другой человек. Поэтому вот слава Богу, что есть еще такие люди, и были они, и есть, и, конечно же, будут, пока будет существовать мир. Потому что что мы? Предаемся своим страстям, грешим. И из-за этого Господь хочет наказать человека, хотя Господь не наказывает, потому что молятся монахи, молятся многие христиане, люди, которые в наше время тоже есть. Вроде не монах, но живет человек семейной жизнью, верующий, благочестивый, и тоже его молитва очень сильна. То есть не обязательно можно так акцент делать на монахов, на как, подвижников. Да, в церковной жизни много было святых, которые были мирянами, у которых были семьи, у которых были дети. И вот они правильно их старались воспитать. Конечно, много было испытаний, искушений, но они жили свято. То есть они жили не так, как учит их греховный мир. Поэтому, и когда священник говорит на литургии «святая святым», это не значит, что это святыня особым людям. Святым, то есть причастие, это для всех нас. Мы все призваны к святости. Мы все призваны жить так, как учит нас Евангелие, как учит нас Господь через Евангелие, как учит нас житие святых, подвиг святых отцов. Вот, если мы христиане, то мы должны так жить. И так жил святитель Иоанн Шанхайский. Он старался так подражать этим святым. Не так, как говорит им мир, а по-другому. Потому что мир что? Сегодня мы живем, завтра придется встретиться с вечностью. А что там в вечности? Если мы тут живем, предавшись страстям, грехам, порокам, каким-то там удовольствиям, а там вечность, и как ты будешь предстоять перед Богом? Поэтому цель жизни – это очищение своей души, это соединение с Богом. И цель – это не та, чтобы все взять из этой жизни. Что ты возьмешь? Человек приходит голый, простите, и уходит, ничего за собой не забирая. Поэтому жизнь святых, она очень важна для нас. Если мы действительно верующие, если мы действительно хотим подражать их жизни. Поэтому мы читаем житие святых, стараемся жить так. И слава Богу, Господь утешает, помогает в борьбе со страстями. Мы опять падаем, мы опять грешим, но мы опять встаем. У нас есть врачество покаяния, у нас есть таинство, где мы исцеляемся. Ведь церковь – это больница, еще можно так сказать. Церковь – это лечебница, где мы получаем исцеление. Вот этим путем живут эти подвижники, таким путем жили святые, поэтому... Как бы вот так. Иной раз глянешь в церкви, как там говорили и говорят иногда, что в ту церковь ходить, там одни нищие да убогие в той церкви. Угу. Хочется какого-то общества. Отец Максим, у нас есть еще минутка, и будьте добры, ваше слово к нашим телезрителям, как бы резюмируя нашу беседу.
Дай Бог, чтобы мы всегда старались жить так, как подобает христианину, потому что наше имя – это христианин. Если мы действительно крещенные, если мы православные, если мы находимся в общении с канонической церковью, и чтобы жить, как подобает христианину, мы должны, конечно, брать пример из примера жизни Господа или из примера жизни святых. Поэтому дай Бог, чтобы мы не нарушали эти правила, старались жить, очищать свое сердце, потому что впереди вечность. И жизнь дана для того, чтобы подготовиться к этой вечности. Дай Бог, чтобы вера наша была крепкая. Спаси, Господи. Отец Максим, спасибо вам большое. Телезрители, сегодня мы говорили о духовной жизни и как на нее настроиться. На примере святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, память которого будет совершаться в воскресенье, со священником Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, отцом Максимом Меркуловым. Отец Максим, еще раз спасибо вам большое. Друзья мои, ну что ж, будем мужественны и не будем унывать, потому что, ну а что унывать, впереди вечность. Це була розмова на тему. На все добре.